За сколько секунд ты успеешь поставить лайк и подписаться, определит, что ты получишь на следующий день рождения. И не забывай писать в комментах, за сколько секунд ты успел поставить лайк и подписаться. Посмотрим, кто самый быстрый. Все, просыпаюсь, я походу на этом стуле, блин, заснул и забыл вообще про свой, улучшение костюма. Ладно, уже пофиг, сейчас думаю, я уже все забрал, точно забыл, что-то я это, немножко забыл, я уже все собрал, в принципе. Весь костюмчик, все. И сегодня, в принципе, у меня план, думаю, попатрулирую город. Так, все, пойду хотя бы сначала поздороваюсь с тетей Мэй. Доброе утро, Питер. Доброе утро, тетя Мэй. Чего тебя в школе не было? Мне твоя учительница звонила. В школе, не знаю. Ну ладно, садись, соберешь, чем тебя накормить. Ну, блин, нет. Ну, мне я в школу, наверное, пойду. У меня очень вкусный борщ. Вкусный борщ? Ну, ладно, давай свой борщ. Сейчас его насыплю. Хорошо, давай свой борщ. Все, ты уже мне дала, точно. Тебе что-то поесть в школу дать? Ну, давай, быстренько я погнал. Так, учебники я с собой взял. Ладно, так уж и быть, сегодня пойду, думаю, в школу. А завтра скажу, что что я заболел, учительница. Так, ну что там, тетя Мэй? Сейчас. Я просто забыла, где я положила своих камень. Так, тетя Мэй, ты мне уже все дала. Давай, до свидания. Ладно, забывай. Ой, тетя Мэй, она не изменяется. Так, наверное, сюда просто за угол, короче, где-то зайду. Господи, там дядя Бен в комнате. Так, сейчас где-то вот здесь вот и как раз переоденусь. Так, вот это и у меня еще в инвентаре какой-то чувак. Он мне, походу, регенерацию дает, этот чувак. Ладно, полезу по стене сейчас как бы. Так, и сейчас думаю, что можно... пойти в школу, реально. Я давно не был в школе, нужно там появиться, в общем, хоть немножечко. Так, сейчас вот так вот холо. С разгончиком. Там люди всякие ходят, походу, тоже некоторые в школу. Так, сейчас, да, так, вот так вот полезу по стене, вот так вот лезу. Еще не очень сильно-то и научился лазить, а вот здесь вот придется паутинку. Ой-ой-ой-ой-ой, сюда. Господи, это паутина, я ее не доработал. Капец какой-то просто. Оп, так, и сюда. Ну, здесь никого нет из людей. Так, ладно, думаю, опа, это же... Подождите. Так, это кто там? Это Нед, блин. Ладно, пойду с ним сейчас, сниму костюмчик. Ну-ка, подойду к нему. Ну-ка, сейчас испугаю его. Да ё-моё, паутина в руке была. Так, хорошо, что он задом стоит. Так, сейчас его так. Бу! Алло. Нед, ты чё, уснул, что ли? Привет, он... Привет, Нед. Вот, ну чё ты здесь стоишь? В школу вообще-то уже пора. А чё ты за мной-то не зашёл? Как бы ты обычно заходишь за мной, и мы вместе в школу идём. А сейчас чё-то ты стоишь возле церкви, уже возле школы. Ну чё ты стоишь на месте? Ты можешь уже в школе уйти? Нед, ты чё сегодня не выспался, что ли? Я тебя спрашиваю, ты чё за мной не зашёл? Да как-то забыл. Понятно. Ну давай, топай тогда. Пошли в школу уже, блин. Мы уже опаздываем, наверное. Давай, топай. Погнали. Чё, Нед, как там? Поживаешь? Всё хорошо? У тебя там дела? Да? Нифига себе, Нед, ты рванул. Ты куда там рванул? Подожди. Ты где? Ты чё, обиделся, что ли? Да, Нед, иди сюда. О, блин, Нед, мы, походу, самые последние. Ты чё там встал? Чё, Нед, говоришь? Мне нужно зайти в библиотеку, сдать книжки. А, ну тогда давай, сдавай, короче, книжки, а я пошёл в класс, потом придёшь, в общем. Давай. Пока.
Чё-то Нед, походу, сегодня реально не выспался. Так, где наш класс? Нед потом, короче, догонит. Блин, чё дверь у нас в классе открыта? Ладно, зайду. Добрый день, извините за опоздание. Я сяду на место. Ах, почему опаздывать? На мои уроки нельзя опаздывать. Ладно, уже садись. Ну ладно, извините, пожалуйста, я вот сяду, да. На следующий раз, чтобы не опаздывать. Итак, продолжим. Ух, наконец-то эти уроки закончились. Последняя физра осталась. И буду идти... ты чё? Офигел? Что это? Ты давай, вали отсюда. Так, ладно, пойду уже на физру, а то я что-то, как всегда, последний. Этот флеш, блин, заколебал уже. Так, это не туда, это я случайно перепутал. И где-то вроде бы здесь у нас физра, да? Здесь? Да, здесь. Там. Что-то, нифига себе, блин, этот дебил играет. Еще вот этот футбол. Ой, ты чё? Ай, держи. Мяч свой забирай. Давай, вали отсюда. Ах, что-то как это... Ты офигел? Ай, ладно, я тебя еще проучу. Ах, ты ж, проучит он меня. Ага, проучит он меня, конечно. Не-не-не-не-не, нафиг надо. Я лучше пойду в туалет и все, в общем. Хотя, блин, я даже не знаю. Ладно, просто в коридоре здесь постою, а он пусть свой футбол там играет. Сегодня... Ты вообще чё припёрся сюда? Ты футбол там играл. Сегодня после физры за школу стрёл. Ну и вали отсюда, давай, сэй. Всё, я, короче, пошёл, и мне вообще стрёмно. Там... Ну и где же этот флэш? А, вот он. О, лох, ну чё, готов получить по голове? Это кто? Короче, ты меня уже заколебал. Сюда подошел. Сюда подошел. Да где ты? На. Чё, ты ж попасть не можешь по мне? Ох, ты ж неплохо держишься, но я сильнее все-таки тебя. На. Ещё вырублю. На. Просто вырубил. Фух, вся получается, как бы, того Клаша выиграл, как бы. Теперь нужно идти домой. Так, куда-нибудь. Хотя зачем я... Чё? На! Это чё за... На! По голове просто. Бам! Нифига себе. А чё? Ага, ещё один. Это чё вообще за фигня? Просто среди белого дня. Не понял. Чё, бессмертный какой-то? Всё. Нифига себе, среди белого дня просто. Так, где там еда, что мне чуть-чуть моя давала? Ну-ка. Опа. Каша, в принципе, нормально. А теперь можно уже и пойти, в принципе, домой. Снимаю костюмчик. И... Тетя... Ты чё тут забыл? Ты чё офигел? На, ты чё здесь забыл? На, всё. Флэш, я пришел домой, а он у меня здесь стоит. Ладно. Короче, просто пойду сейчас, положу свой костюм и улучшу его наконец-то. Поет песни какие-то. Так. Доброе утро, Тимей. Доброе утро. Ладно, садись лучше борща поешь. Борща, ну, блин, ой. Я думаю... Зачем меня вы? Так, сейчас. Я до тебя возродюсь.